Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хочу вам показать очень одну интересную эффективную маску, которую я сейчас применяю курсом. Сейчас у нас уже стоит погодка прохладная, солнце становится все менее и менее активным, поэтому делать эту масочку можно. Она справляется с пигментацией, очень мягко и бережно ее осветляет, а также дает прекрасный омолаживающий и подтягивающий эффект. Это маска на основе семени льна, овсянки и кефира. Сейчас я вам покажу, как я ее готовлю. Я беру 3 чайных ложечки с горкой семени льна. Далее беру ровно столько же овсянки. Теперь мы отправляемся это все дело измельчать. Нам потребуется для этого кофемолка. Я все измельчила. Овсянку, вот что у меня получилось, и наши семя льна. Теперь мы все это складываем в мисочку, где у нас будет готовиться маска. И постепенно добавляем сюда кефир, чтобы получилась консистенция густой сметаны. Вот такая должна получиться масса. Кефира нам потребуется примерно 7-8 чайных ложечек. Теперь мы оставляем эту смесь немножечко настояться. Поскольку у меня кефир из холодильника, то я ее, может быть, даже немножко еще и подогрею, чтобы лицу было комфортно. Потом я к вам вернусь. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Итак, наша смесь настоялась. Она полностью готова к нанесению, я ее немножечко подогрела. И сейчас отправляюсь в ванну и буду укладывать всю эту массу на лицо. Как это делается? Первый слой мы наносим тонкий и аккуратно втираем и массируем им кожу. Второй слой наносим уже основательный, плотный, выкладываем практически всю эту нашу смесь на лицо и ложимся отдыхать на 20 минут. Потом смываем маску теплой водой и наносим свой обычный вечерний уход. Делать такие маски лучше 1-2 раза в неделю и обязательно курсом в течение 2 месяцев. Я вот сейчас прохожу этот омолаживающий курс, и вы можете тоже присоединяться и тоже проводить курс омолаживающих и осветляющих масок с семенем льна. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, не забывайте поддержать меня своими оценками, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ. Пока-пока, до новых встреч!